4 октября по всей стране пройдет плановая проверка систем оповещения регионального и муниципального уровня. Как сообщает МЧС, во всех городах прозвучат сирены и громкоговорители, передавая сигнал «Внимание всем!». Эфир федеральных телеканалов и радиостанций будет прерван информацией о правилах поведения при чрезвычайной ситуации. Соответствующие сообщения получат и пользователи мобильной связи через приложение МЧС России. Ведомства призывают граждан сохранять спокойствие и заниматься повседневными делами. Проверка начнется после 9 утра и продлится в течение нескольких минут. Ее главная цель – выяснить реальную работоспособность систем оповещения и готовность персонала.